Приехали в деревню. Тут вот такие горы снега выше забора. Опять нагребли такой вот бурт снега, который сейчас будем убирать, чтобы попасть к себе на участок. У соседей резвятся дети. В этом году зима для детей просто шикарная. Снега буквально за прошлые выходные выпало более полуметра. До этого мы все время вычищали хорошую дорожку до теплицы, всю площадку. Сегодня сил уже снег чистить нету. Видно, уже до середины забора снега навалило. Дети резвятся, им очень интересно. Зима снежная. Я помню свое детство, когда мы любили делать в снегу всякие эти норы. Могли проводить по полдня, а то и целый день, не вылазя с улицы. Сейчас уже прошло, конечно, то время. В снегу копаться не очень весело. Особенно, когда ты работаешь лопатой. Например, как Евгения. Евгения, помахай ручкой. Евгения? Помахайте, Евгения. Ау! Вот. Она очень довольна, ей это занятие доставляет удовольствие. Здесь еще у нас съезжает с крыши снег. Он настолько спрессовался, что уже его просто не прорыть. В теплице мы сегодня не пойдем. Не будем там лазить. Смысла в этом не вижу. Теплица держится, все нормально. Даже пленочная теплица, зарытая практически полностью под самый вот верх практически, с двух сторон просто намело туда большим валом, но она стоит, она пленочная, тьфу, дай бог, чтобы отстояла. Там, потому что мы планируем сажать зелень и всякую там капусту на рассаду, обычно мы сажаем с конца февраля. Но в этом году я не знаю, как мы проберемся сюда. Я планировал работу на февраль месяц теплицы. Ну, что-то глядя на такую ситуацию, и у нас снег буквально вот только-только недавно прекратился. Наконец-таки прорыли дорогу до самого сарайчика. Попали в наш сарайчик, где у нас с осени подготовлена земля. Вот земля. Три ведра мы уже отнесли. Вот у меня еще три ведра тут имеется. И плюс, по-моему, дома. Еще парочку штук есть. Все, по-моему, тут на месте, в порядке, никуда не пропало. Всякие баночки, скляночки, лопатки готовы к новому сезону. Тачечки, все. А кучу опрыскивателей. Все-все на месте. Ничто никуда не делось. Немножечко открыли свою территорию. Вот такие снежные завалы здесь. Туда только небольшую тропинку сделали, чтобы земли взять, торфа. Здесь уже сил не хватает. Теплицу мы не отрываем. Они потихоньку, когда солнышко более яркое, они сами потихоньку скатываются, снег. Вот такие наши зимние новости. Живой изгороди совсем стало не видно. Только вот та туйка, которую мы пересаживали по осени. Надеюсь, она хорошо перезимует. Замерзнуть не должна, потому что она до середины в снегу. Сегодня опять еле-еле попали на участок. Сосед пришел на подмогу. Отогрел нам засов. Таким образом мы попали к себе.
Снега, конечно, очень-очень много. Вот. То есть... Вот я так лезла. Щетку возьми. Или так? Это я хорошо спрыгнул, да?